Роспостимейс продолжает серию предвыборных евродебатов в прямом эфире. Сегодня мы обсудим зеленые цифровые и налоговые вызовы. Просчитаны ли риски? Поговорим об этом в студии. У нас в гостях первый номер предвыборного списка социал-демократов. Евродепутат Марина Кальюрант. Здравствуйте. Здравствуйте. И министр образования, представляющий партию Эсти-200, кандидат в, евро, в депутаты Европарламента Кристина Калас. Спасибо. Здравствуйте. Спасибо, что успели прийти к нам в прямой эфир. Добрый день. Итак, насколько ЕС у нас вкладывается в науку и образование по вашей оценке не пострадала ли эта область на фоне войны с точки зрения инвестиций? Нет, не пострадала. Я думаю, что ЕС очень хорошо вкладывает, особенно что касается в науку, потому что научная программа она очень обширная, она большая. Единственное, что, конечно, как бы о чем мы озаботимся, это то, что э, все-таки, несмотря на то, что мы сегодня справляем 20 лет в Евросоюзе, возможности наших университетов и наших научных команд участвовать в этим, в этом, как бы, в этих денежных проектах, э, все-таки слишком маленькая, и причина не в том. Что они как бы слабее э, в сфере науки. Причина в том, что Евросоюз считает, э, что большие проекты это лучше всего. Наши команды маленькие. Они просто не, не в конкуренции по количеству. Незаметные, э, наш голос э, Но они не маленькие. Слышу. У них нет способности, например, использовать проекты на 30 или 40 миллионов. Это просто слишком большие проекты для эстонских э, исследователей. Раньше, когда мы говорили тут 10 лет назад про научные программы в Евросоюзе, они были по 5 миллионов, по 3 миллиона. И там Эстония действительно была очень удачна, потому что у нас действительно э, mm -hmm. уровень науки очень высокий. Но а что сейчас они изменить, очень большими Кристина, стали, эти проекты. Как этому противостоять? С кем-то объединяться? Но это значит, да, что в принципе надо строить консорции и в эти консорции входить как бы одним из участников. Но там, опять-таки, мы видим, по крайней мере, в данный момент, что эти консорции строятся из больших стран, из участников больших стран. И Часто забываются просто маленькие страны и новые новые так так сказать, но они не новые уже uh -huh. члены, поэтому сейчас как раз в Евросоюзе у нас период, когда мы начинаем планировать следующий период финансирования научных сотрудничеств, и там у Эстонии очень четкая позиция, что если не квоты, ну ладно, хорошо, не договоримся о квотах, мы должны все-таки отдельно дать денежные ресурсы для того, чтобы университеты этих восточноевропейских -европ, стран участвовали в этих консорциях и особое внимание на это обращать. Марина, вам слово. Если есть что прокомментировать, комментируйте, либо ответьте на вопрос, все-таки понимают ли еврочиновники, вы у нас опытнейший евродепутат, что будущее Евросоюза за наукой и образованием, а не за стратегическими коммуникациями, политическими технологиями и так далее, и так далее. Ну, я думаю, это все понимают в Евросоюзе. Но я бы сказала, что будущее сейчас и за безопасностью. Просто мы сейчас в такое время живем, когда сразу надо заниматься несколькими кризисами. Но это не означает, и, что мы должны науку и образование отодвинуть на второй да, план. позвольте я закончу. Я, так, не хотела, я не хотела этого сказать. Просто нам надо заниматься сейчас сразу несколькими вопросами. А что касается нау науки и исследования, по-моему, у Евросоюза огромный потенциал. Что положительно, положительно то, что все понимают: для развития экономики необходима инновация, необходимо сотрудничество в сфере науки. И, по-моему, в Европе тоже приняты стратегические документы, угу. где определен, по-моему, это 3% или какой-то процент КТ, который должен быть направлен э, на угу. развитие 3 науки. 3%. Процента, да. Причем ну, надо больше захватывать э, частные инвестиции. Угу. И здесь, конечно, ну, как это отказ, оказывается, или а, вообще как-то смотрится со стороны Эстонии, до трех мы еще не дотягиваем. Lame. Нет, там не 3% только э, государственных средств, там 3% 1% государственных средств минимально, и 2% как бы фирмы вкладывают. У нас в Эстонии в этом году фирмы, в прошлом году фирмы вкладывали э, практически 1,5%, так что uh -huh. мы уже недалеко от этой цели. И это как раз показывает что то, что мы в, в, государство вкладывает теперь больше, чем оно вкладывала раньше. То есть мы достигли этого 1% и сразу повысились финансирование частных средства. фирм. То есть это все идет на паритете. Если правительство вкладывает в науку, то паритетно вкладывают в эти проекты и частные фирмы. Поэтому действительно, почему у нас надо сдержать, даже при всех сокращениях денег в бюджете, нам надо сдерживать вот этот 1% ВВП на науку, потому что иначе, как мы будем сдерживать деньги, сокращать, то и фирмы будут деньги сокращать, потому что это все-таки совместные проекты, которые мы Цепная делаем. Цепная реакция начнется. Да. Да? У -у а что касается искусственного интеллекта, это тоже важное приоритетное направление – в том числе в Евросоюзе. Как вы считаете, нужно ли уже сейчас его каким-то образом контролировать и ограничивать в правах? Ну, в принципе, мы его уже сейчас контролируем, потому что действительно это здесь два процесса. С одной стороны, это инновация, это новые технологии, с другой стороны, они должны работать так, чтобы не ущемлялись бы права человека, не было бы дискриминации, и поэтому, по-моему, этот по один из последних актов, который мы приняли в прошлом парламенте, это был Digital Act. Э, Act Uh -huh. Цифровой цифровой экономики или цифровой акт. По-моему, это был очень положительный шаг. В другом, нигде в другом месте такого нет. А цель как раз это и развитие, это инновация и защита прав человека. Угу. Но ведь там тут, все не так радужно, как кажется, правда? Ну, то, тут я, конечно, законы... более критически к Евросоюзу отношусь, потому что вот за год э, в позиции министра я э, четыре раза участвовала на этих собеседованиях министров, где мы э, каждый раз говорим про э, этот искусственный интелли... э, искусственный интеллект. Искусственный интеллигент. И всегда мы сосредоточиваем на то, как бы его урегулировать, то есть на регуляции. И мне всегда вспоминается в этой ситуации этот анекдот, что когда что, американцы они инновируют, китайцы они копируют, а европейцы они регулируют. То есть и с этой регуляцией мы можем просто попасть в ситуацию, где мы, мы, мы не увидим инновации, потому что мы просто урегулируем эту инновацию. И Эстония всегда за этим столом стояла за то, чтобы мы, да, регулировать надо, какие-то моменты надо договориться, как мы этим пользоваться будем, но э, как бы смелости эту, эту технологию использовать, в том числе в образовании. Я понимаю, что члены, они очень опасаются использованной этой технологии в образовании, потому что образование — это дети, это наши дети, может быть, там все-таки большие риски, давайте не будем пробовать. Но со стороны Эстонии мы все-таки считаем, что там надо это использовать в образовании, надо брать какие-то риски и э, внедрять эту э, интеллигенцию в эту, в эту систему образования, намного как бы Эм, смелее чем еврооюз может быть сегодня это делать хотя я согласна с мариной что э, принципеы договоренности на уровне евросоюза уже, уже сегодня есть директив у нас тоже есть про э, хочу сказать штучную интеллигенцию по-польски по так какрус по цифроваяенный <соцеправа> <Нет. соцеправа> как <вам> <соцеправа> интеллект <соцеправа> искусственный интеллект. что он у, нас, у нас есть директив, который этого регулирует с этого года, но тем не менее хочется, чтобы более как бы, смело, более смелее, смелее к этому подходили бы в Евросоюзе, особенно в сфере образования. Но для меня прозвучал такой звонок, когда, это было несколько лет назад, когда несколько тысяч экспертов обратились с письмом к, к, к мировому сообществу. Среди них был Ян Тайлин, кто создатель Скайпа, и они написали, что да, инновация, она здесь, и КТ никуда не исчезнут, они останутся, но нам надо следить, чтобы это развитие не шло бы за счет людей. И в принципе, и ООЦД, эта организация тоже договорилась в этических принципах, как использовать интеллект, искусственный интеллект. Что Евросоюз сделал, Евросоюз принес это как-то еще ближе для людей. Сколько мы спорили, можно ли следить в реальном времени камерами за людьми. Что делает Китай, что делают некоторые другие государства, ну в принципе мы согласились, что в исключительных случаях можно, если суд дает разрешение, если это необходимо для для того, чтобы найти преступников какие-то очень определенные, mm -hmm. потому что мы не можем просто пойти тем путем, что инновация бежит впереди. А люди отстают. Мы не, мы не способны защитить людей. Это, конечно, я говорю как социал-демократ. Ну, потому что окончательное, окончательное решение должно принадлежать человеку. Человек, в конце концов, отвечает, и человек который, тот, кто будет нести ответственность. Ну понятно, тут мы как раз чуть-чуть отличаемся тем, что, да, конечно, человек должен быть контролировать технологию, это понятно, сознательно технологии контролировать человек идет за каждым его шагом. То есть, как бы сознательность всего процесса, что происходит в жизни, должна быть в руках человека, он не может, то есть, не может технологии его руководить, это понятно. Но видя за год то, что мы без конца дискутируем, 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 что нельзя делать с этой технологией в школе вместо того чтобы дискутировать о том, что с ним надо бы делать, потому uh -huh. что дети им уже пользуются, она уже сегодня в школе эта технология, и пока мы будем там, где у нас границы, это использование, где мы его будем разреш разрешать, а где не разрешать, то мы просто просидим тот момент, когда уже учебный процесс используют. Сегодня в учебном процессе дети уже используют эту технологию, поэтому нам у нас как-то времени уже не осталось для того, чтобы договориться о том, как мы эту инновацию в школу введем. Понятно, что в Евросоюзе это все-таки решение национальных государств, то есть в системе образования мало что решается на уровне Евросоюза, но поскольку мы обсуждаем на уровне Евросоюза в образовании то, что как у нас создавать, например, совместные учебные программы на уровне бакалавра и магистра, и эти совместные учебные программы, они проходят онлайн, они проходят с помощью технологий. И там очень важно, чтобы мы как можно быстрее договорились об этом, потому что опять сидим. И говорим уже несколько лет, и пока еще не двигаемся, а Америка уже двигается очень быстро в эту сторону. Ну, я просто добавила бы, конечно, я все понимаю. И, конечно, Кристина говорит как министр образования. И здесь 100% согласна. Потому что и COVID кризис показал, насколько мы зависим угу. от обучения онлайн, ну, насколько наши угу. дети были лучше подготовлены, чем, может быть, дети да. в других государствах. Но для меня эта картина намного шире, чем только образование. И, например, помните, еще несколько лет назад, когда приняли Закон о том, как защищать данные, дигитальные mm -hmm. данные, тогда тоже все критиковали Евросоюз. Опять они что-то регулируют, а они что-то делают. Но после того американские компании стали сами просить: пожалуйста, принимайте у нас тоже такие законы, чтобы мы знали, какие правила. Mm -hmm. И в этом смысле я тоже вижу: вот этот самый как акт который мы приняли несколько месяцев назад, он пример для всего мира. Как мы, как мы видим эту, эту широкую сферу, а что касается конкретных или проектов, или конкретных решений, естественно, это государство, угу. правительство, министерство принимает и должно принимать. Теперь вопрос, да, я согласна, что мы это урегулировали, мы этот акт приняли пару месяцев назад, по-моему, это в да. марте месяцы были, когда этот акт приняли. У нас как бы рамочная система, правовая система рамочная существует в Евросоюзе, но теперь надо эту инновацию делать. Теперь этот момент, когда надо эту инновацию делать. И в следующий момент, когда мы будем наговариваться о следующем бюджете Евросоюза и как раз научном вопросе, то в эту программу, в научную программу, надо очень много включать искусственный интеллект и инновирование этого искусства, искусственного интеллекта как раз в образовании, в системе образования, в членах в системе образования стран членов Евросоюза, потому что это научные проекты и там только совместная работа. Мы же понимаем, что эстонцы эстонские научные работники одни не могут придумать, разработать систему использования искусственного интеллекта в системе образования. Просто нет у нас этого ресурса ни денежного, ни инфраструктурного, ни, ни, ни человеческого, чтобы такие масштабные исследовательские проекты или проекты инноваций проводить. Поэтому это надо делать совместно в Евросоюзе, в том-то и вся смысл научного сотрудничества Евросоюза. И я очень надеюсь, что мы договоримся о том, что мы в следующий момент, это в следующем году и в следующий период будем очень много денег туда вкладывать, потому что это просто бежит перед нами. Мы должны просто догонять этот процесс сегодня. Вопрос, Марине Калюрант. В одном из своих недавних интервью вы отметили, что ваше главное достижение за минувшие пять лет в Европарламенте — это измененное отношение европейских соцдемов к России благодаря вам. А, опять же, вот на этом фоне нужно ли заниматься социальной политикой, политикой, или вот все уходит на второй план? Ну, во-первых, что касается того, что я сказала, угу. это предложение было взято из контекста. Угу. Контекст был намного шире, угу. потому что я сразу сказала, это неправильный вопрос за пять лет назвать одну вещь. Я просто привела пример, как мы со своим миксером работали в своей фракции для того, чтобы признать Россию государством поддерживающим терроризм. Когда мы пошли на собрание фракции, то фракция не была готова голосовать за. После того, когда мы там работали, не только мы вдвоем, там было больше людей, но после того, когда мы вышли из фракции, Фракция проголосовала за то, что Россия государство, поддерживает терроризм. Так что, вот всегда, вот, когда это одно предложение откуда-то взято, оно не показывает всю картину. Что касается общей картины, естественно, у нас пойдут большие финансы на, на, на безопасность, у нас пойдут большие финансы на э, военную экономику, но это не должно идти за счет. Образование, человека и социальной сферы. Теперь возникает откуда деньги? Вот деньги не исчезли. И это говорят и эксперты, что в Евросоюзе есть деньги. Нам просто надо эти политики так пересмотреть, чтобы и частные сбережения или частные инвестиции несли бы в Соединенные Штаты, а оставались бы в Евросоюзе. И во время COVID мы прекрасно посмотрели, как мы можем собраться, когда кризис, мы найдем эти деньги, даже если надо взять займу. Но это не должно идти за счет людей, за счет образования, за счет науки. это совершенно ясно. Но То есть это... в оборону должны идти дополнительная часть бюджета, естественно, но и дополнительная финансовые. Uh -huh. Но ну, там очень много открытых вопросов, где взять эти деньги, наверное, тема. Но ну, это это пондит. Uh, это... Во время COVID были приняты пондит. У нас сейчас есть uh, вылагерят. Uh -huh. долговые, долговые обязательства, которые связаны с окружающей средой. Вероятно, это будут какие-то долговые обязательства, которые связаны uh -huh. с обороной. Uh -huh. То есть варианты есть. Uh -huh. И поэтому, если кто-то говорит, что вот денег нет, и давайте брать деньги от образования или социальной сферы, или это неправильно. Дорог. Это неправильно и так не должно быть. Uh, как вы считаете, не будет существенных урезаний? Они в социальном бюджете вот в будущей пятилетке или все-таки всякое возможно ну во-первых это не вопрос евросоюза да там нет Потому... социального бюджета да. у евросоюза они это все-таки вопрос правительства каждого государства социальный бюджет то, в чем Евросоюз занимается в социальной сфере, это договоренность о каких-то минимальных принципах. Uh -huh. То есть самые нижние минимальные принципы там по безработице, по социальной защи 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 защите, да, обмен опытом, э как бы страны собираются э и резолюции принимаются, где договоренность про каких-то минимальных э uh -huh. стандартов. Скажем так, в Евросоюзе, да, и это, я думаю, что должно ну, дальше идти. Потому что действительно, если у нас общий экономический рынок, э, у нас общий рынок труда, у нас общий рынок бизнеса, капитала и финансов, то у нас и должен быть общий рынок социальной защиты э, жителей Евросоюза, граждан Евросоюза, иначе эти две стороны просто не будут сбалансированы. А может, но я все, равно, да, да, но я, я все равно перевести. сказала бы, чтобы, чтобы ну, зрители не поняли бы неправильно, что касается пенсии, что касается зарплат преподавателей, mm -hmm. что касается социального обеспечения. Как работают наши больницы и так далее, это не вопросы Евросоюза. Да. Все но эти я вопросы решают. Да. Но даже стандарты не определяются. Да, можно, можно привязать минимальную зарплату к средней зарплате, угу. но средняя зарплата зависит от того, какой уровень жизни в определенном государстве. Естественно, Евросоюз стремится к тому, чтобы более сравнять. Подтянуть, так сказать, этих самых бедных. Mm -hmm. Поэтому и мы огромно выигрывали, когда мы вступили в Евросоюз. Но Евросоюз не, не придется диктовать. Зарплата преподавателям должна быть такая, It пенсия понятно, должна что это быть... Эти вопросы. все вопросы решаются mm -hmm. на, на уровне правительства. Mm -hmm. Но все-таки мы можем сейчас развеять опасения, что не будет так, что все деньги брошены исключительно на оборону, а вот дальше уж как получится? Но я не вижу этого. С точки это, зрения я простого не вижу, человека. Нет, до простого ну, человека жизнь простого. Скажем человека. Скажем так, до простого человека евробюджет доходит все равно кругом. Он доходит через государственный бюджет. То есть то, до простого человека прямых пособий или каких-то действий Евросоюз все равно не делает, правильно? Поэтому как бы для простого человека очень важно то, что решается в регико и в правительстве, не так, что решается в парламенте, в европейском парламенте. А то, что решается в европейском парламенте, конечно, через 5-6-7 лет может повлиять на то, что происходит в государствах, в членах Евросоюза. Поэтому там на уровне все-таки ведется такие, как сказать, ценностные э -э -э дебаты. дебаты, да, даже если мы принимаем какие-то резолюции, они, да, они, может быть, не обязательные, то есть мы не должны автоматически то, что принято в резолюции, внедрять в наши законопроекты, но мы должны придерживаться, по крайней мере, этим принципам, которые мы договорились в этих резолюциях. Поэтому эти резолюции, что в парламенте, что в Советах Министра, Министров это все-таки очень важные документы, и там действительно могут быть договоренности, которые очень конкретно касаются людей и их качества жизни в Евросоюзе. Поэтому насчет обороны Марина уже объяснила, потому что сейчас в Евросоюзе мы говорим не о том, сколько процента из бюджета Евросоюза мы будем выделять на оборону, мы говорим о том, что мы будем эм, искать дополнительные деньги, э, искать дополнительные деньги через эти кауакси, в ряд долгосрочные дол долгосрочные долговые обязательства, ну, то есть на 100 миллионов, и КИЗ, так далее, да, и 100 быть, и миллионов евро сейчас идет молодую, речь о этом угу. и так далее. А что, что касается между, что касается преподавателей и учителей, то как раз еще весной, прежде чем мы закончили работу, у нас на пленарном заседании обсуждался вопрос преподавателей. Mm -hmm. Я слушала и в принципе вот эти самые вопросы зарплата, возраст все больше требует от преподавателей. Большая Ученики, нагрузка. Большая нагрузка. Mm -hmm. Это по всему... Универсально. Это универсальная, это универсальная Совершенно универсальная. Если от меня сегодня спросить, какое государство является самым-самым-самым, я не умею Нет, ответить. Нет, это абсолютно универсальная проблема у всех стран Евросоюза, поэтому, когда мы с министрами это обсуждаем и резолюции принимаем, то как раз тема перенагрузки учителей, нехватка учителей, средний возраст учителей, слишком старые, то есть это дети с особыми 8 -8. потребностями, то есть абсолютно вся те же темы у всех членов на столе, но мы там не регулируем совместно, мы принимаем общие как бы э, ценностные позиции, скажем, мы должны идти в эту сторону, и вот в эту сторону члены страны будут идти. По прогнозам целого ряда аналитиков, включая эстонских, следующий экономический кризис наверняка будет обусловлен зеленым переходом, слишком жесткие правила игры, в том числе для сельского хозяйства. Как вы считаете, нужны ли какие-то коррективы в зеленой политике Евросоюза? Ну, в принципе, это, это цель Стать э, климат угу. не, э, климатически нейтральным, к 2050 году никто этого не изменил. Угу. Все были за. Угу. И позвольте мне напомнить, что в Эстонии это обязательство взяло на себя правительство ЭКР иКА. То есть премьер-министр был Юрий Ратас. Угу. Это обязательство у нас есть. Угу. Теперь как этому обязательству подойти? В принципе, все законы или большинство законов, которые необходимы, они уже приняты угу. на уровне Евросоюза. Их было нелегко принимать. Но тогда, если мы имеем эту цель, тогда надо и принимать законы, как идти к этой цели. Потому что для меня это совершенно непонятно. Цель есть, все гордо были за столом, все радовались, а когда теперь надо начинать что-то делать тогда никто не готов. Да, для для социал-демократов... -то да, после того начались некоторые кризисы. Это все правильно, объективные. Ковид, энергетический кризис, война в Украине. Да. Согласны, что все эти кризисы начали, начались после того. Но, по-моему, все равно они связаны. Экономика, зеленый переход их надо соединить, их надо сделать аттрактивными для нашего бизнеса, и надо сделать так, чтобы не пострадали наши люди. То есть для нас это слово справедливый переход mm -hmm. должен быть справедливый. Но считаете, они не пострадают, если речь идет об экономическом кризисе, возможном экономическом? А я не думаю, думаю, что, что это приведет к экономическому кризису. Я, я, думаю, я не думаю, что сегодняшний экономический кризис у нас в этом смысле первый серьезный, серьезный кризис, который связан с зеленым переходом. Сегодняшний кризис у нас связан mm -hmm. этом, потому что э, да, инфляция, цены. Э, цен на электроэнергию, она как раз связана с тем, что старая электроэнергия, та, с которой мы 150 лет до сих пор двигались в экономике, она уже, поскольку прогнозы видят, что та, та энергия, ресурс энергии, он не, не способен дальше в будущее нам гарантировать энергоресурсы, то цены на эту энерго, энерго, энергию очень сильно повысились, и понятно, что экономика реагирует на, как сказать, на непредсказуемость будущего, да, то есть мы понимаем, что то, что мы до сих пор делали 150 лет, уже не работает, будущего у нас пока нет, и поэтому у нас сейчас очень сильный экономический кризис связан с энергоносителями, но это уже первый кризис зеленого перехода, если мы этот первый кризис пройдем, то есть мы первые шаги переделаем на, на новую зеленую энергию и не будем идти обратно, туда, откуда мы пришли и что у нас привело к этому кризису, то я думаю, что следующий кризис уже у нас такой не будет, не связан с зеленой энергией, потому что шаги в эту сторону уже сделаны. Поэтому очень важно в этом первом кризисе, где мы сейчас находимся, не делать шаги наоб... назад, не делать шаги наоборот, туда, друг... обратно туда, откуда мы пришли, потому что это как я всегда говорю про переход на эстонский язык преподавания, как только реальность первая вступит, всем придется сразу захотеть идти обратно туда, куда, откуда мы пришли, потому что было удобно у нас менять ничего не надо было, давайте пойдем туда-обратно. Сейчас очень трудно. Да, очень трудно. Но если мы не пройдем эту трудность, не проделаем эту трудность, то мы изменений никогда не получим ни в образовании, ни в зеленой энергетике. Поэтому нам просто надо, как сказать, пройти этот кризис сегодня для того, чтобы встать на, новую, на новый уровень в системе энергоснабжения, того, откуда у нас идет энергия. Айти от старых этих средств энергии и найти на новую систему энергии. И Евросоюз здесь впереди идет, двигается. Я думаю, что это наше... Это, это как сказать, мы впереди других. Да, Некоторые сказали, что это тупо, что нельзя идти впереди других. Давайте будем ждать, пока другие пройдут, но это неправильно. Я думаю, что мы должны идти впереди, потому что мы тогда будем выигрывать в этой ситуации. А что касается этого энергетического кризиса, почему вы в него впали? Потому что на словах мы все говорили правильно. Он, нам, не необ, нам необходимы mm -hmm. разные энергоносители, нельзя привязывать себя только к одному или двум государствам, а в действительности мы да. этого и не исполняли, и поэтому мы упали в эту дырку. Так что сейчас для нас, по-моему, прекрасная возможность соединить, сделать э, зеленый переход интересным для экономики, э, иметь специальные программы, они уже сейчас существуют и у, у Европейского банка по реконструкции. То есть надо как-то... Ну, поддержать надо создать лучшие условия, чтобы и бизнес пошел бы и поддержал бы это. Что касается цифрового налога, сейчас тоже возникла достаточно интересная дискуссия. Евросоюз выступает за то, чтобы цифровые платформы обложить европейским налогом, а вот Эстония против. Какой вообще должна быть наша позиция? А почему вы думаете, что Эстония против? Но ну, Эстония, в принципе, против, чтобы того же, например, цифровые платформы обкладывали. Нет, налог. Эстония не против. Эстония всегда говорит, что мы хотим свои налоги определять сами. Mm -hmm. Мы не хотим, чтобы налоги определялись бы в Евросоюзе. Так. И этот принцип действует. С другой стороны, есть сферы, где все равно уже есть. Налоги, которые определяются по всему Евросоюзу. Один из первых был пластикомакс. Uh -huh. А что касается налогообложения дигитальных платформ, то это на уровне ОЭЦД есть договоренность договориться в первую очередь на мировом уровне. Вероятно, это не получится. Соединенные Штаты против. Второй вариант в этом году Евросоюз обязался сделать это на уровне Евросоюза. Именно. Потому что определенные государства это уже вводят, этот налог. И почему мы не, не должны его ввести? Мы же потеряем. Угу. Мы будем терять от этого только. Так что а, я здесь никакой... Но я, насколько поняла, все Принцип... Эстония не готова... Нет, то, мы уже, мы уже проголосовали за этот да. налог. Поэтому мы уже проголосовали за этот налог в Евросоюзе. Просто э, дебата действительно внутри Эстонии была о том, что в, в правительстве мы, на, мы до конца не могли договориться о том, поддерживаем ли это мы в этом виде или нет. Uh -huh. а, Но ну, месяц назад мы же проголосовали за эту за директиву. То есть все-таки мы поддерживаем однозначно, и здесь Но тоже в этом никаких смысле, интерпретаций ты, быть не может. Э, то есть как, как налоги... Мы и... говорим о, о налогообложении платформы ТОЯТ, как ПОЛЬТ? Да, или да, мы... да, и... да именно. Да. А, эти же мы проголосовали. Uh -huh. Да, это здесь uh -huh. мы поддержали uh -huh. мы все. Что касается миграционной политики ЕС, тоже там все менялось в последние месяцы и так далее. Как вы считаете, что не так с миграционной политикой? Что еще необходимо изменить и как избежать в дальнейшем? культурных войн и конфликтов. Я, я, я начну с миграции, это да. продолжу с культурой. Что, во-первых, по-моему, надо очень четко сказать, что все, что касается миграции, оно должно быть законной. И здесь каждое государство определяет свою миграционную политику. Никаких других вопросов нет. Отдельно политика беженцев, беженцев, кто бегут от войны, кого надо защищать. И вот здесь Евросоюз договорился, как вместе работать так, чтобы защитить границы. Если беженцы перейду, будут ходатайствовать о, о, о защите, то как рассмотреть их документы, как обменяться информацией, в какой срок, то есть обсудила сотрудничество. 2015-2016 год показал, что у нас нормы не работают, надо было принять что-то новое. И, по-моему, это очень правильно, по-моему, эти законы очень правильные, теперь только надо, надо будет посмотреть, как они будут работать в действительности, они вступят в силу через два года. Так что еще раз подчеркну, что касается миграционной политики государства, кто идут нам работать, кто идут учиться, кто вы... женятся, выходят замуж, здесь Евросоюз не вмешивается. Это Итак. делает Эстония. Евросоюз урегулировал вопрос беженцев. Но у нас, конечно, проблема с беженцами состоит там две больших проблемы. Одна проблема то, что у нас поток беженцев, ну скажем, они не все беженцы, но поток мигрантов с с, с юга. И с Востока, конечно, очень сильный. И он он не уменьшается, и не будет уменьшаться. Нельзя людям в этом смысле говорить про прогнозы, что где-то у нас мы сейчас границы закроем, и у нас этот поток потеряется. Он 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 просто он все время с каждым годом увеличивается, потому что опять-таки интересно с этими право правовыми этими партиями популистическими. Они против миграции, но они против зеленого перехода. Но вы не понимаете, что это с... рука в руку ходят между собой. Э -э климатические изменения у нас на следующие 10 лет дадут поток примерно где-то 100 миллионов людей, э которые будут двигаться. Да, которые будут двигаться в нашу, клиента, в нашу да, да. сторону угу. С юга и с, с востока Мы должны к этому готовиться И мы должны это понимать это, это ведь не просто это, переселение это, людей это, да? Нет, это, это не переселение это поток, людей, это поток людей в сторону Европы И в сторону Северной Америки Которые будут увеличиваться Еще в силу вот этих Климатических изменений Которые сами себе приносят войну Конфликты, потому что нехватка ресурсов И в этих частях мира У нас демографические рост, огромный, огромный демографический рост. То есть несколько факторов влияют на то, что этот поток все сильнее и сильнее будет в сторону Европы идти. Это, во-первых. Но, во-вторых, проблема — это у нас то, что наши восточные соседи, что Беларусь что Россия используют этот поток в интересах своих геополитических как бы, интересах. То есть это стало уже оружием. Эти люди, они стали оружием наших геополитических войнах. И это действительно абсолютно кошмарно, что происходит, как используют этих людей, эти потоки в интересах своих геополитических интересов и тут как Евросоюз регулировать должен быть... эти процессы. Ну вот, это... вот, вот это как раз, и... как раз как раз о это том, и урегулировать защиту границы от вот этих геополитических войн, где людей используют как оружие. Uh -huh. а это не это... что проблема решена. Не, но она не решена, но по но... крайней мере у нас есть политическая договоренность, как с этим справляться, потому что проблема была в чем? Проблема в том, что у нас международный пакт, по которому мы э, 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 женивы, да, где мы договорились о том, как с этим с этой проблемой э, заниматься. Этот эта договоренность она просто не работает в ситуации, когда человека используют как оружие. В ситуации, поэтому новая договоренность с которой Евросоюз между странами договорился 14 мая как раз недавно, это как раз как в этой ситуации нам с одной стороны защищать наши границы и наши как бы, безопасности, с другой стороны защищать права человека, потому что мы не можем права человека выкинуть э, в в помойку э, с этой ситуацией. То есть там, там договоренность есть. В чем нет договоренности, я думаю, и, а, а о чем надо честно говорить, это сам поток. Этот, сам этот поток, он никуда не исчезает, он увеличивается. Брисон. И там реальность, реальность, которую мы должны все понимать. Дайте Марине сказать слово. А, да, я, я просто добавила бы, что действительно законы приняты. Но мы видим, сейчас будут выборы Европарламента, мы уже видим, как высказываются некоторые государства, mm -hmm. некоторые правительства. Так что я действительно опасаюсь, что новый состав Европарламента, если он будет очень правым, очень консервативным, может это все пересмотреть. И тогда у нас будут опять проблемы. Yeah. Потому что найти эту договоренность сейчас mm -hmm. было нелегко. С одной стороны, защитники прав не были довольны, с другой стороны, самые, самые такие, может быть, консервативные взгляды не были довольны. Но мы договорились. И сейчас важно, чтобы от этой договоренности не отошли бы, угу. чтобы действительно стали бы ее исполнять и выполнять. Что все работало и было в силе. И тогда последний вопрос, опять же совсем недавно озвучился свежий демографический прогноз наших ученых, из которого следует, что к концу столетия до да, меньше половины эстонцы будут составлять уже э, вот население. Что с этим-то делать? Есть какие-то мысли? Ведь нужно заниматься этим вопросом. Ну, э, вы знаете, демография такая, что сегодня смотрим на сегодняшний э, эти, э, статистику рождаемости, и мы, конечно, в шок впадаем. Но это по всей Европе. Статистика рождаемости очень сильно снизилась, потому что мы живем во время кризисов. Понятно, что если у нас один кризис за другим последние 4 года, то поколение, которое сегодня в возрасте, когда надо создавать семью, они это просто двигают дальше, потому что ну, ситуация очень нестабильная. Не На демографию надо смотреть... 30 лет вперед и 30 лет назад, за последние 30 лет в независимой Эстонии количество эстонцев и пропорция эстонцев все-таки увеличилась. Давайте на это смотреть чуть-чуть, потому что в одно окно смотреть маленькую дырку, я думаю, что мы неправильно на демографию смотрим. Да, у нас сейчас очень маленькое поколение в, во время, в возрасте рождаем, ну, когда становятся родителями, но у нас поколение, которое очень большое, это э, дата рождения 2008, 2009, 2011, они сейчас еще в школе, но uh -huh. там поколения очень большие. И мы надеемся, что там все-таки демографический рост тоже снова опять вверх пойдет. Сейчас мы в этой яме, потому что сейчас у нас рожают поколения, которые родились в 97-м, 98-м, 2000-м году. Это очень маленькие поколения. Ну, конечно, у нас должны быть и уроки, которые мы должны получить и от Швеции, и от Дании, и от других государств, которые не обращали достаточно внимания на переселенцев, где вы увидели, что первое поколение вроде бы было счастливым, второе, третье поколение, они больше как-то и росли, и работали в своих гетто, не общались с другими, не учили язык. Вот это как раз то, что для нас сейчас очень необходимо я тоже слышу как ругают украинцев наши правые силы наши правые консерваторы но я хотела бы признать что они все же они учат язык и дети ходят в школу и по моему это очень важно что те кто хотят остаться в эстонии они признавали бы это государство признавали бы ценности этого государства язык культуру этого государства и если мы сможем это все сделать то я думаю у нас будет хорошее будущее Спасибо вам за этот комментарий, за то, что вы нашли возможность прийти к нам в эфир. А мне остается напомнить, что сегодня у нас в гостях были кандидаты от социал-демократической партии Евродепутат Марина калюран и кандидат от партии эйсти 200 министр образования Кристина Калас. Благодарю всех. Спасибо. За внимание. Спасибо.